Многие не задумываются, что зачастую меры поддержки можно применять относительно быстро, реагируя на новые на реалии жизни. И здесь очень важно, что эти 10 тысяч не просто единоразовая выплата, а часть системы мер по поддержке населения, в частности пенсионеров. Такая забота государства об этой категории граждан сейчас понятна и логична. Ведь именно пенсионеры сейчас наиболее уязвимы перед появлением внезапных расходов на лекарства, лечение и прочее. Уверен, что это имеет большое значение для всех брянских пенсионеров. Спасибо нашему президенту, уважаемому Владимиру Владимировичу Путину, что он заботится о пенсионерах. Во-первых, согласно Конституции, которую приняли наш народ, и президент утвердил, и согласно решению, нам каждый год повышают пенсии. И сейчас вот по 10 тысяч, вот, например, я и моя супруга, которой мы в любви согласии живем уже 50 лет, получим по 10 тысяч. Представляете, 20 тысяч, какое подкрепление, особенно для пенсионеров. Спасибо ему, дай ему Бог здоровья, много ему лета. Я считаю, это значимо. Социальная поддержка категории граждан, она никогда не помешает. Если сравнить, конечно, 90-е годы, когда рубль обесценился по отношению к доллару, то люди бежали в магазин, покупали соль, спички, сахар, консервы, то в 20-е годы благосостояние людей улучшилось. И мы тоже помним, вот это, когда происходили такие же процессы, но люди уже покупали не сахар и спички, а покупали автомобили, бытовую технику. То есть, несмотря на то, что уровень жизни в нашей стране, я считаю, улучшился по сравнению с 90-ми годами, все равно эта мера поддержки значимая для людей. И, конечно, надо все ценить и сказать большое спасибо за эту поддержку.